Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в ДТП. По версии следствия, вчера вечером в Шумерлинском районе 65-летний нетрезвый водитель сбил двух детей, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи, а ее малолетний брат с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Там ему оказывается квалифицированная помощь. Благодаря взаимодействию сотрудников Следственного комитета и МВД в кратчайшие сроки личность злоумышленника установлена, он задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственная оперативная группа Следственного комитета по Чувашии незамедлительно выехала на место происшествия, произведен его тщательный осмотр. В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.